минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. На электронный адрес проекта поступил вопрос от нашего телезрителя. В какой срок необходимо принять наследство и что делать, если этот срок пропущен? Об этом будем говорить сегодня с экспертом программы, нотариусом Гомельского нотариального округа Светланой Шиханцовой. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Вам слово. Спасибо. Согласно действующего законодательства, срок для принятия наследства составляет 6 месяцев. В некоторых случаях этот срок может быть продлен еще на 3 месяца, когда, например, право на принятие наследства у наследника возникло только в случае отказа другого наследника от наследства или непринятия им наследства. Наследство принимается путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства по месту открытия наследства, то есть по месту последнего жительства умершего. Считается, что наследник принял наследство, если он фактически вступил во владение и пользование наследственным имуществом, то есть предпринял меры к его сохранности, либо за свой счет оплатил какие-то расходы, связанные с управлением этим наследственным имуществом, оплатил долги наследодателя или, наоборот, принял причитающиеся наследодателю денежные суммы. Если у наследника имеются документы, подтверждающие фактическое принятие наследства, он может обратиться к нотариусу и спустя 6 месяцев. Ну, например, одним из таких документов является справка, выданная отделом по гражданству и миграции, расчетно-справочными центрами, либо председателем кооператива товарищества собственника о совместном проживании наследника с наследодателем и регистрации совместной по месту жительства. Если документов, подтверждающих факт принятия наследства у наследника нету, но срок пропущен им, наследник может обратиться в суд с иском о признании его принявшим наследство. И если суд посчитает причины пропуска срока уважительными, будет вынесено положительное решение. С этим решением суда, вступившим в законную силу, он может обратиться в нотариальную контору. Без обращения в суд наследство может быть принято по истечении установленного законодательством срока при согласии всех других наследников, принявших наследство. Спасибо, Светлана Николаевна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.